Вы только посмотрите, даже Текл стал таким же ленивым, как Диего. Я слышал, что девушки в Испании очень страстные, понимаете, о чем я? Он, наверное, проводил столько времени в их обществе, что совсем потерял волю. Я не понимаю, при чем тут общество девушек? Ну, это значит, что он, Что ж, большое спасибо за ваше гостеприимство, но мне пора. Служба не ждет. У нас еще полно работы. И без моего руководства никто ничего не сделает. Например, завтра в город должны привезти деньги, и немалые. Мне нужно подготовить все для их охраны. Кроме меня этого не сделает никто. Сержант, а немалые деньги, это сколько? Ну, думаю, это... Да чего ж хороши эти девушки! Невеста из Испании. Мария, зачем ты это сделала? Потому что мне только что стало известно, что ты пообещал жениться на испанской девушке, не спросив ни у кого разрешения. Не знаю, простит ли когда-нибудь твоя бедная мать на небесах. Не знаю, что я ей скажу. Жениться? На ком я собирался жениться? Не понимаю. Диего. Я ее знаю. Елена? Эта девушка моя добрая подруга Аннабелл. Я попросила ее сопровождать меня. Здравствуй, Диего. Как поживаете, сеньор Вега? Хорошо, благодарю вас. Так чем мы можем вам помочь, сеньориты? Я думаю, Диего знает, почему мы здесь. Ты нехорошо поступил с Еленой и ее родителями. Для них было ударом, когда ты уехал, ничего никому не сказав. Как это уехал, ничего не сказав? Я вообще не понимаю, о чем речь, Елена. Диего, неужели ты мог все забыть? Прошу, не огорчайся, Елена. Я же говорила, тогда у Диего был сильный жар. Нельзя обвинять его в том, что он не помнит, что с ним происходило тогда. Диего, дело очень серьезное. Если ваши слова правда, и Диего обещал жениться на вас, то каковы бы ни были обстоятельства, это очень серьезное дело. Я хочу, чтобы вы рассказали мне, что произошло. Не пропускайте ничего, расскажите всю историю. Сначала я должна задать один вопрос. Диего, ты помнишь, как у тебя был жар, когда ты жил в Испании? Что? О, да, я помню, это было как раз перед моим возвращением сюда. Да, и родители Елены очень беспокоились за тебя. Они попросили Елену ухаживать за тобой. И она делала это с большим усердием. И однажды Диего с Еленой... Подожди, Елена. Когда я поправлюсь, ты поедешь со мной. Ты поедешь со мной в Америку. Что? Елена... Ты выйдешь за меня замуж. Эй! Подождите, это ложь. Ничего такого не было. Как ты можешь такое говорить? Мария, Мария! Мария, посмотри-ка. Простите, у вас гости. Простите за вторжение. Хотите отведать моего пирога? Это Мария научила его готовить. Может быть, кто-нибудь объяснит, кто эта женщина? Ее имя Лолита, она близкий друг Диего с самого детства. Спасибо за помощь. Это ужасно. Просто ужасно. Как ты мог давать такие обещания, когда у тебя уже есть подруга? Одну минутку. Елена! Елена! Диего! Что здесь все-таки происходит? Что? Ты хочешь сказать, что у этого негодяя уже есть невеста? Все верно. Думаешь, мы должны сделать ему свадебный подарок? Ничего не понимаю. Но ты же сама знаешь, вы с Диего должны были пожениться.
Лолита! Лолита! Нужно положить этому конец. Я больше не могу. Бедный Диего, он был так смущен. Я больше не могу обманывать беднягу, Аннабелл. Просто не могу. Все в порядке, Елена, успокойся. Я знаю, ты достаточно постаралась. Все остальное я возьму на себя. Нам повезло, что у Диего уже есть невеста. И как ты и говорила, его отец богатый человек. Они будут рады заплатить нам столько, сколько мы попросим. Ты слышала, Елена? Сколько попросим? Я так сожалею. Кто это у нас здесь? Это письмо от Хосе. Я думала, ты его ждешь. Милая Елена, быть вдали от тебя все равно, что не видеть звезд, не чувствовать тепла солнца. Перестань, Аннабелл, остановись! Мне так же тяжело, как Хосе. Он всегда любил животных и так увлекался птицами. Он не из тех, кто может обманывать людей, чтобы получить деньги. Елена, если бы только не невезение нашего отца, если бы его дело не прогорело, вы с Хосе могли бы... Да, но сейчас нужно много денег. Я знаю это, Аннабелл. Знаю, что мы должны это сделать. Мы должны это сделать, чтобы вы с Хосе были вместе. Так? Хорошо, а теперь пойдем вниз, выпьем чаю. Здесь слишком душно. Я зашел сообщить вам хорошую новость насчет дилижанс, который уезжает завтра вечером. Было решено, что некоторым из ваших постояльцев будет разрешено им воспользоваться. Вам будет выдано официальное разрешение. Благодарю вас, сержант. Но скажите, разве не опасно перевозить деньги армии в обычном дилижансе? Если дилижанс будет хорошо охраняться, бандиты сразу поймут, что в нем деньги. А так мы их обведем вокруг пальца. Что-то не так? Что? Я оставила кое-что в комнате, сейчас приду. Ладно. Поэтому мы отправимся другой дорогой. Осталось немного. Мы прибудем скоро. Проснись, сержант. Сержант Гонсалес, просыпайтесь. На нас напали бандиты. Какая у вас прекрасная подвеска. Она почти так же красива, как и вы, сеньора. Что происходит? Даже Марии мне не верит. Но я-то знаю, что никогда не предлагал Елене выйти за меня замуж. Но никто не желает этому верить. Тут происходит что-то, чего я не понимаю. Кто вам рассказал? Как вы узнали, какой дорогой поедет дилижанс? Тебе так хочется знать, этот толстяк. Забери у него деньги. Стойте! Послушайте! Ну что ж, друзья мои, поехали! Смотрите, там наверху! Убираемся отсюда! Ты опоздал, тебе нас не поймать! Вперед! Он уже здесь! Как ему удалось? Ты заплатишь за это, негодяй в маске! Так они изменили маршрут дилижанса, чтобы доставить деньги в целости и сохранности. Блестящая идея наверняка пришла в голову сержанта Гонсалеса.
Но они все равно прознали, где пойдет дилижанс. Значит, им известно, что происходит в армии. У них есть информатор. Тут бесполезно гадать. В любом случае, тебе пора ложиться, а то Мария тебе шею намылит. Не боишься? Не беспокойся, Диего. Она слегла больная из-за того, что один парень, который не держит своего слова, наговорил одной девушке. Слушай, я же говорил, я никому ничего не обещал. Сколько раз тебе повторять, я никогда не просил ее выйти за меня. Да брось, Диего, мне ты можешь доверять. Скажи мне правду, а я буду держать язык за зубами. Я сказал тебе, замолкни! Придется завтра еще раз поговорить с Еленой. Нужно понять, зачем ей это. Хосе. Доброе утро, Елена. Хосе, скажи правду, где ты был вчера? Что? В городе только и разговоров о том, что вчера ограбили дилижанс. Говорят, у одного бандита была клетка с птицей. И птица повторяла имя Хосе. Понятно. Из этого ты решила, что бандит это я, Елена? Нет. Хосе. Да, я знаю, ты собираешься сказать. Я и правда пытаюсь достать денег, но я не выйду на большую дорогу. Прости меня. Хосе, я больше не могу без тебя. Не могу без тебя. Отец подарил эту подвеску моей матери до того, как влез в долги. О ней не знает даже сестра. Даже она? Теперь это твое, Елена. Диего, как дела? Рада, что ты решил заглянуть. Сама собиралась с тобой увидеться, а ты тут как тут. Елена? Она здесь? Я как раз собиралась сказать, что Елена решила вернуться в Испанию, потому что ты не собираешься на ней жениться. Правда? Для нее это слишком большой удар. Хуже всего то, что ее родители слегли, когда она сказала им, что собирается ехать к тебе. Я не знал. Теперь мы знаем, что у тебя нет намерения жениться на ней. Ничего не поделаешь. Но я уверена, ты понимаешь, что все не так просто. Елена думает только об отъезде, готова уехать, не сказав тебе ни одного слова. Но прежде чем она уедет, я должна убедиться, что она обеспечена. Что? Мне нужно поговорить с твоим отцом. И чем быстрее, тем лучше. Твоя семья должна оплатить твой отказ жениться на Елене, дружок. Что случилось? Нервничаешь из-за скорой свадьбы, счастливчик? Лолита, мне нужно поговорить с тобой, это важно. Что? Ты хочешь поговорить со мной? Понятно. Хочешь посоветоваться, какую мебель купить в ваш новый дом? Почему бы не спросить об этом Елену? Уверена, она что-нибудь придумает. Елена! Диего. Елена, мне нужно спросить тебя кое-что. Это важно. Елена! Прости, Диего. Уверен, Диего хотел сказать, что в этом замешана Елена. Диего как-то понял, что Елена связана с людьми, которые напали на дилижанс. Диего. Диего, как же мне плохо. Кто здесь?
Зора. Но, Зора, зачем ты здесь? Я хотел бы попросить тебя о небольшой услуге, Лолита. Милая Аннабелл, поскорее вытяни деньги из отца Диего. Обманывать Елену становится сложнее и сложнее. Опасность, что она догадается о нашем плане. Думаю, нужно избавиться от нее, как только получим деньги. Зора! Я хочу, чтобы ты прочитала еще одно письмо, написанное женской рукой. Взгляни. Мне нужно, чтобы ты написала то, что я скажу, тем же почерком. Ты сможешь? Да, конечно. Так-так, похоже, на этот раз дельце будет совсем легким. Аннабелл, подожди. Хватит волноваться о Диего, подумай о себе самой. Он сам захотел все уладить с помощью денег, ясно? Я знаю, но подожди. Послушай, утром все будет уже в порядке. Перестань волноваться. Простите. Не хочется вас огорчать, но у меня грустные вести, сеньора. Кто ты? Они доверили все деньги только двум людям. Они что, с ума сошли? Говорят, Дон Вега слишком скупой, чтобы нанять солдат для охраны. Деньги ему нужны самому, но и нам они не помешают. Пора! Вот и все! Что? А? В чем дело? Господа, что-то случилось? Что-нибудь не так? Что пишет симпатичная девушка. Теперь тебе придется заплатить за свою жестокость по отношению к Елене. Получай! И еще! Вот тебе! Вот так! Плиз, прошу, подождите. Елена, скажи ему, что нам пришлось это сделать. Иначе мы не могли достать денег, правда ведь? Скажи что-нибудь, Елена. Расскажи им, расскажи, как нам пришлось тяжело, Елена. Я хочу, чтобы его упекли за решетку и надолго. И пусть она тоже отправится с ним. Сержант, может, нам... Прости меня, Диего. Знаю, что сказать в свое оправдание, Диего. Не нужно, Елена, все в порядке. Правильно, милочка. Когда мы молоды и влюблены, мы часто делаем то, о чем потом жалеем. Я сама так поступала много раз. Много раз. Но я вела себя глупо. Мне нравилось, что эти негодяи используют меня. Елена. Скорее, скорее! Корабль Елены скоро отходит. Ладно. Это ты виновата, что мы опаздываем. Испечь для нее пирог – хорошая идея, только нужно было думать раньше.
Зато если она проголодается во время плавания, ей будет что поесть. Ты это серьезно? Елена была подло обманута, а мы, женщины, должны держаться вместе. Я готова сделать для нее все, что в моих силах. Мне нужно идти. Надеюсь, мы увидимся в следующий раз в лучшей ситуации. Вон они! Надеюсь, я когда-нибудь встречу такого, как ты. Это все, что я прошу от жизни. Лолита! Диего! Надо с женщинами всегда так!